Метеорит над городом летит. В феврале 2013-го эти кадры были во всех интернет-пабликах. Вспомнить упавшее в Челябинске небесное тело пользователи решили по случаю 5-летнего юбилея. 15 февраля в атмосферу планеты вошел 17-метровый астероид весом около 10 тысяч тонн. Он летел со скоростью 18 километров в секунду и взорвался, еще не достигнув Земли, на высоте около 20 километров над Челябинском. А это уже наши дни. Пензенская область. Один из местных жителей обнаружил кровавую реку на месте пензятки. Никому никакого дела нет. Звонил? Ни администрации, никому. Автор видео предполагает, что кровь в пензятку в таком количестве могла попасть только с местного мясокомбината. Здесь тоже преобладает красный. Вот только на фоне неба ягоды кажутся аппетитными. И не только для пернатого обжоры. Снегирь с невозмутимым видом лакомится дарами природы, прыгая с ветки на ветку. Чуть позже к нему присоединятся его сородичи и даже синицы. Птички так звонко поют, что кажется, весна совсем близко. Это тоже трапеза, но в суровых условиях Ямала. Ужином белого косолапого стал песец, тот самый пушной зверь. Его собратья бросились в рассыпную, и Мишка с добычей в зубах спокойно ушел в закат. Кадьяк Джимбо ласково облизывает ладонь ветеринара. 24-летний медведь весит 365 килограммов. Бурому малышу понадобилась медицинская помощь. Пришедший на осмотр врач понял, что без обнимашек не обойтись. Оказывается, и медведям объятия не чужды. Еноты очень любят спать. Этот пушистик предпочитает закрываться в шкафу. Там ему ни свет, ни люди не мешают. А этот хвостатый полосатый задремал посреди проезжей части в Подмосковье. Спасибо госавтоинспекторам. Спасли енота. Очутившись на снегу, животное проснулось и решило продолжить путь. Ждем новых видеороликов о братьях наших меньших, чтобы рассказать об этом в ваших новостях.